Сэр Уильям Самуэль Харрис! Простите, это Лорд Страйграф? Нет, это Сэр Самуэль... О, господи, Сэр Самуэль Харрис! Как это мило! Добрый вечер! Как это мило с вашей стороны! Нам как раз не хватало гвоздя программы! И поэтому... Кого-кого? Куплетиста. Прошу вас. Браво! 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 Простите, что вы поете? Еще не пел. Ох, как он мил. Ну, в моем доме бывают только избранные. Леди и джентльмены, кто же мне будет аккомпанировать? Это я еще не пел. Кто же мне будет все-таки аккомпанировать, а? Ну, смелее, смелее. Ну, неужели никто из вас не может сесть за фортепиано? Это может наша Джесси. Ах, так, да. Джесси, какая прелесть. Ну, пожалуйста, Джесси, мы вас просим, просим. Нет, нет, нельзя отказываться, пожалуйста. Джесси, дорогая моя. Опа! Ручки сюда. А теперь... Теперь найдите, пожалуйста, арию первого купца из передника. Нет, арию второго лорда. Ищите. Джесси, ищите. Ищите, Джесси. А что же мне все-таки искать? Ищи... Вы поете? Мы ищем передник. Ищите передник и споем. Это смешно. Очень. Спасибо. Боже мой, Джесси, не надо нервничать. Найдем передничек и споем. Хорошо? Ищите передничек. Давно так не смеялся. Сэр Самуэль. Сэр Самуэль. Все равно. Вам все равно, мне неприятно. Сэм, Самуэль, ну не волнуйтесь, не нервничайте. Ищите передничек. Ищите аккомпаниатора. Мы обязательно найдем. Я думаю, нас выручит этот юный лорд. Вот этот флегматик? Почему он флегматик? Сэр. Сэр. Что вы будете петь? Петь. Сэр. А что вы будете игра? Грать. Сэр. А что вы ха-ха? Хватит. Сэр. Сэр. Найдите куплеты из передника и будем петь. Сэр. Он вовсе не флегматик, но вот видите, все уладилось. Очаровательный молодой человек. Прошу. Нашли? Да, сэр. Леди и джентльмены, сейчас я буду исполнять комические куплеты. Прошу. Спасибо. Комические куплеты. Комические куплеты. Стоп. Прелестно. Я еще не начал петь комические куплеты, а эта очаровательная мисс уже меня вдохновляет. Спасибо. Прошу. Сэр. Сэр. Итак, комические куплеты. Комический куплет. Стоп. Неужели вы думаете, что можно слушать комические куплеты вот с таким вот уныло-постным лицом? Я вас очень прошу, выйдите вместе с ним в сад. С кем, сэр? С лицом. Да, но оно хотело бы дослушать до конца. В сад. Нет, я не понимаю. В сад. В сад. В сад. В сад. В сад. Прошу. Сэр. Итак, комические куплеты. Ну, комические куплеты. Это, да, это... Стоп. Что же смеетесь-то все время? Я же еще ничего не спел. Идите смеяться в сад. Вместе с своим молодым человеком. Я не понимаю, как... Ну, давайте в сад. В сад, в сад, в сад, в сад, в сад. О чем вы поете? Вы еще не в саду? Нет. Идите в сад. Вы там будете петь? Вы там будете слушать. Прошу, сэр. Комические куплеты. Ну, комические куплеты. Это не речитатив, нет. Это не ариозо. Это даже не ария. Стоп. О, робко.
моя, вечно плачущая мисс, идите рыдать в сад в окружении своей очаровательной семьи. Всю семью в сад. В сад всю семью. Вместе со всей семьей в сад. Идите в сад. Пошли в сад, я сказал. Прошу. Сэр, когда обычно я пою комический куплет... Стоп. Очень трудно петь комические куплеты, когда слушатели дремлют. Вы и вы. А я? Ну, хорошо. И вы. Леди, все? Сад. Да. Теперь с вами, сэр. Что же вы мне все время играете, сэр? Я уже в сад. В саду? Сэр. Ну как же это так? Сэм Самуэль. Ой, извините меня. Сэр Самуэль. Что такое? Что случилось? Что вас взволновало, дорогая моя? Ну, все-таки... Что это? Это и да. Есть комические куплеты. Ну, видите, как смешно?